Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой джемпер, который вызвал у меня, в принципе, восторг. Это джемпер от бренда Boehm США, от сестер, имеющих бразильское происхождение. Я думаю, что вас тоже не оставит равнодушным эта красота. Выполнен у нас в классическом стиле. Детали вяжутся отдельно. Рукав с окатом. И главным его украшением является коса. Большая, пышная, центральная коса. С двух сторон такие тоже интересные малые косы. Я составила схемы вязания этих кос. Они не совсем привычные для так скажем, вязальщица, поскольку здесь коса у нас будет вязаться центральной в несколько этапов перекрещивания. И, в общем-то, я думаю, что мы справимся, девочки. Я сегодня буду вязать с вами образец, и вы поймете, что это несложное вязание с использованием дополнительной спицы. Итак, давайте посмотрим с вами вблизи, полистаем эту прекрасную модель. Вот она еще на их сайте представлена в таком малиновом цвете. Красивый очень. Вот рукав у нас идет тоже с центральной косой. Красиво очень выполнен. Обратите внимание, коса идет не до самого конца, да, а здесь плавно переходит в лицевую гладь. Именно так дизайнер посчитал будет приемлемым. Красивая коса на фоне изнаночной глади. По рукаву идет. Здесь еще используется лицевая гладь. Мы с вами все это подробнейшим образом рассмотрим. Я не думаю, что это вызовет какие-то сложности. Вот у нас здесь тоже очень укрупненно видно, как расположен узор. Центральная коса, с двух сторон идут малые косы на фоне изнаночной глади. И самые боковые петли – это лицевая гладь. Классика в чистом виде, очень красивый цвет, нежно-салатовый. Мне нравится очень этот цвет. Резиночка, планочка у нас выполнена 1 на 1 по верху, по вырезу горловину, да, по рукавчикам, по низу изделия также. Вот в таком еще цвете предлагают нам такой цвет красивый, бежевый. Нежно-бежевый цвет. Здесь тоже можно наблюдать пушистая пряжа. Очень мягкая, красивая. Я тоже вам сегодня буду предлагать очень хорошую мягкую пряжу, дорогую. Но всегда можно воспользоваться альтернативой, что-то попроще подобрать, если не позволяет как бы финансы. Да? Очень красивая пряжа, очень красивая модель. Мне очень она нравится. Знаете, прям такая нежность, такая экзотика, я не знаю, мне нравится необычность этих кос. Смотрите, опять-таки, и задумка дизайнера, коса идет не до конца, видите? То есть она обрывается, здесь продолжается лицевая гладь. Тоже интересно, в принципе, смотрится по рукаву и по переду, да, вы видели. На спинке я сделала такую же косу, такой же узор. При желании вы можете сделать лицевую, там, изнаночную гладь, какую захотите. Так, девочки, ну, в общем, полистали, посмотрели, да, ничего сложного нет. Много раз мы такое с вами проходили на моем канале, такие проекты мы рассматривали. Только такой косы шикарной, богатой, королевской у нас еще не было. Поэтому давайте сейчас с вами более детально, более подробно. У нас выбор пряжи начинается. Итак, смотрим выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я предлагаю пряжу Yarnart Silk Royal. 50 грамм, 140 метров. У нас 35% вискозный шелк,
65% шерсть мериноса. Это турецкая пряжа отличного качества. Она немножечко с таким блеском идет, немножко пушистая, необычайно мягкая и нежная. Спицы я подобрала 3,5. И вот так выглядит наш узор. То есть у нас здесь будет большая коса и маленькая коса. Вяжется, девочки, очень легко. Коса у нас будет вязаться не одним перекрещиванием, а в несколько этапов. Я нарисовала схему, и на самом деле это шикарно смотрится и вяжется несложно с помощью дополнительной спицы. Рекомендую для тех, кто как бы пугается вязать такие большие обширные косы. Девочки, я сегодня вам покажу, как их вязать, и вы со мной согласитесь, что там нет ничего, в принципе, сверхсложного. Давайте сейчас с вами посмотрим схему узора. Схема центральной косы вот так выглядит. 25 петель у нас ширина косы и 16 рядов высота раппорта косы. Ну, то, что вы здесь видите, это лицевые петли, пустая клеточка. И вот эти все значки – это перекрещивание. Перекрещивание 8 петель налево. И здесь зеркалится 8 петель, перекрещивается направо. И так мы везде перекрещиваем эти петли. Несложный узор, в принципе, это так кажется, что что-то сложное. Да? На самом деле, когда будем вязать, все легко и достигается автоматизм для вязания этого узора. Вторая малая коса. Схема я вот так ее изобразила. Вяжется она на 12 петлях в ширину и получается 8 рядов в высоту. То есть у нас с вами, если там 16 рядов было, то у нас получается, что малая коса умещается в раппорте большой косы 2 раза. Да? Очень легко ориентироваться. Мне было лично это очень удобно вязать. Так, ну что, давайте выкроечку посмотрим. Выкройка. Здесь нет размеров, это наша классика привычная. Мы вяжем все детали раздельно, снизу вверх все детали вяжутся. Перед отличается лишь глубиной выреза от спинки. Вот, и здесь у нас будет с вами вывязываться пройма и рукав с окатом. Все размеры мы с вами сегодня, все детально по размерам мы разберем чуть позже, после того, как свяжем образец и определим плотность вязания. И будет составляться описание у нас с вами на 42-44 размер российский, 46-48, 50-52. Вот такое описание я обычно составляю. И все это выкладываю под видео, девочки, для вашего удобства. Здесь вся последовательность вашего вязания, все последовательность вашего действия. Я рассказываю в сегодняшнем видеопроекте о том, как нам расположить узоры, откуда берутся вот эти петли, да, и как правильно и симметрично нам с вами расположить узор. Сколько петель выделяем для проймы, сколько петель выделяем для горловины, как закруглить эти петли, здесь также указывается в этом описании под видео. Рукав, как сформировать скос рукава, как сделать равномерные прибавки по скосу. Единственное, что я не описываю в своем описании, это вывязывание оката рукава. Окат рукава я рекомендую вязать по выкройке в натуральную величину. Как это сделать, я тоже заостряю внимание в сегодняшнем видеопроекте. Итак, мои хорошие, давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала, девочки, 44 петли. И давайте вязать с вами первый ряд. Но я связала вспомогательный ряд. Следующим образом распределила петли. У меня первые шли вспомогательный ряд, первый, второй были вспомогательные ряды. И я вязала 12 лицевых,
5 изнаночных и 25 лицевых. То есть мы вязала я для заготовку, так скажем, для первой косы и для второй косы. 25 петель, как раз ширина раппорта. А потом первый ряд. Первый ряд маленькой косы, которой я буду называть ее малая коса и большая коса, чтобы нам было с вами удобнее друг друга понимать. Правильно? Так, ну и давайте свяжем с вами первый ряд. Начинаем. И вот еще, что я хотела сказать. Обязательно приготовьте дополнительную спицу. Особенно, кто не очень так хорошо владеет перекрещиванием петель, она вам очень понадобится сейчас, эта дополнительная спица. Значит, первую кромочную мы снимаем, и сразу 6 петель нам надо будет перекрестить налево. Можно использовать дополнительную спицу, можно не использовать дополнительную, а сделать, как и я. Смотрите, 6 петель я снимаю на правую спицу. Первые 3 петли у меня перед работой. А вы снимаете на дополнительную первые 3 петли. Затем провязываете. Смотрите, высвобождается у меня 3 за работой. И я их вот так наперед размещаю. Перекрестили 6 петель налево. Да? И все 6 вяжем лицевыми. А вы вначале свяжете вот эти 3 лицевые, а потом те, которые на дополнительной спице. То есть это те, кто хочет с дополнительной вязать. Следующие 6 петель в нашей косе мы перекрещиваем направо. Снимаем 6 петель. На дополнительную спицу, смотрите, первые 3 петли берете на дополнительную спицу, размещаете за работой. Вот. А следующие 3 петли вяжете лицевыми. И затем вяжете те петли, которые за работой. Вот, ну и все 6 я перекрестила, и все 6 вяжу лицевыми. Понятно, да? Сейчас потом еще покажу раз. Все, перекрестили 2 раза по 6 петель. Направо и налево. Вернее, налево вначале, потом направо. Дальше вяжем 5 изнаночных. И вот наша большая коса. Здесь сейчас надо быть очень внимательными, девочки. Будут перекрещиваться аж целых 8 петель направо, затем 8 петель налево. Поэтому будьте внимательны, будем использовать дополнительную спицу. Итак, перекрещивание 8 петель направо у нас сейчас будет следующим образом. Первые 2 петли я снимаю на дополнительную спицу, оставляю за работой. Далее, следующие 6 петель я вяжу. Очень мне неудобно, я не люблю пользоваться дополнительной спицей, я привыкла по-другому, но для вас показываю. Смотрите, 6 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем эти 2 петли с дополнительной спицы вы возвращаете на левую спицу. За работой. Вот они у нас были. Мы их возвращаем на левую спицу. Вернули, да? И далее вяжем их следующим образом. Вяжем накид, делаем лицевая. Накид, лицевая. Это для того, чтобы очень сильно не стягивалось вязаное полотно делается. Затем по центру вяжем одну лицевую. И следующие 8 петель будем перекрещивать налево. Снимать будем на дополнительную спицу первые 6 петель. Сняли 6 петель. На дополнительную спицу. Разместили перед работой их. А вот следующие 2 петли, которые за работой остаются, мы вяжем с накидами. Делаем с вами накид. Лицевая. Снова накид, лицевая. Вот таким образом связали 2 петли. И эти 6 петель, которые были на дополнительной спице, мы сейчас с вами будем вязать лицевыми. Мы их возвращаем на левую спицу. И вяжем их как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Все, я показала, как пользоваться дополнительной спицей. Я не люблю эти все дополнительные спицы, пользуюсь тем, как я привыкла, способом. И в дальнейшем я буду вязать тем способом, который мне привычен, девочки. Так, далее вяжем 4 лицевые в нашей косе. Они пока у нас не задействованы в перекрещивании. Кромочная и изнаночная. Переворачиваем вязание. И смотрите, что делаем дальше. Все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Но у нас есть с вами накиды. И я покажу, как связать. Поэтому я показываю вам четный ряд с накидами. Покажу, что мы будем с этими накидами делать. Вяжем изнаночные петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. А вот сейчас у нас пошли накиды, да? И мы с вами вот таким образом будем вязать их. Мы берем с вами петлю и накид спускаем. И у нас получается длинная петля, мы ее вяжем изнаночной. Далее опять берем петлю, накид спускаем и вяжем изнаночной. У нас получается длинная изнаночная. Это делается для того, чтобы вот это полотно наше, оно сильно не растягивалось. Вот видите, тут дополнительные петли появляются. Далее вяжем то же самое. Изнаночная, накид снимаем, изнаночная. Накид спускаем, то есть мы его не вяжем, не провязываем. Петля длинная получается, и мы ее вяжем изнаночной. Все, мои хорошие, дальше вяжем все петли, как они на нас смотрят. То есть вы поняли, что в изнаночных рядах накиды мы сбрасываем, петлю вытягивая, она становится длинная. И полотно за счет этого не будет сильно стягиваться вот в этих местах. Понимаете, да? Отлично. Итак, далее у нас идет с вами третий ряд. В нашей маленькой косе мы вяжем без изменений 12 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12. 5 изнаночных вяжем. И вот наша коса опять большая. Вяжем первые 2 лицевые. Далее перекрещиваем 8 петель направо. Снимаем 8 петель на правую спицу. Я показываю тот способ, который мне привычен, девочки. Вы с помощью дополнительной спицы снимаете первые 2 петли на дополнительную спицу и размещаете за работой, да, помните. А я эти 2 дополнительные, 2 эти первые петли размещаю за работой, высвобождая вот эти 6 петель перед работой. Мне так проще без дополнительной спицы. И перекрещиваем. Я их с помощью правой спицы возвращаю на левую. Но они у меня, эти 6, оказываются первые. А эти 2, вот они там сзади остались. И сейчас я все 8 петель вяжу лицевыми. Лицевые петли. 2 петли, которые за работой. Помните, мы вязали с накидами? Также их вяжем. Накид лицевая, накид лицевая, чтобы не стягивали полотно. Накиды в изнаночном ряду мы их скидываем, и петля становится длинной и вытягивается. Понятно, да? Затем вяжем 5 лицевых. И сейчас будем снова делать перекрещивание. Перекрещиваем с вами 8 петель направо. Снимаем 8 петель на правую спицу. И размещаем их следующим образом. Значит, первые у меня получается первые петельки. Первые 6 петель будут перед работой, а следующие 2 за работой. Поменяли их местами вот таким образом. Эти за работой мы их за работой так и оставляем. Поменяли их местами. 6 были перед работой, 2 за работой. Да? И вот эти с накидами вяжем. Лицевая, накид, лицевая, накид. Да? Неважно, как вы накид поставите, перед лицевой или после лицевой, она все равно потом, этот накид сбрасывается, лицевая вытягивается, становится длинненькой. Да?
Далее вяжем 6 лицевых. Так, перекрестили 8 петель налево. Остались в косе еще 2 лицевые и кромочная и изнаночная. Пятый ряд вяжем. Маленькая коса у нас 12 лицевых вяжется. Здесь ничего не меняется. В большой, так, затем мы вяжем с вами 5 изнаночных. 5 изнаночных. И приближаемся к большой косе. Снова будет перекрещивание 8 петель направо. 8 петель снимаем на правую спицу. И первые 2 за работой оставляем. Следующие 6 высвобождаем перед работой. Перекрещиваем их местами. Вяжем 6 лицевых. И те, которые за работой были, вяжем с накидами. Делаем накид лицевая, накид лицевая. Затем в центре косы у нас вяжутся лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых. И следующие 8 петель косы оставшиеся перекрещиваем налево. Меняем их местами. 8 петель я снимаю на правую спицу. Первые 6 перед работой. Вы их на дополнительную снимаете. Следующие 2 за работой. Вот они. Поменяли их местами. И те, которые за работой, помните, с накидами вяжем, да? Лицевая накид. Лицевая накид. А эти 6 просто вяжем лицевыми. Все, поменяли местами, перекрестили, провязали. Отлично, да? Кромочная у нас вяжется изнаночной. И 6-й ряд мы вяжем, как смотрят петли. Накиды не забывайте спускать и петлю вытягивать, чтобы была длинненькая. Так, девочки, вот что у нас уже вырисовывается. Вот такой вот получается очень пышная вот эта большая коса и маленькая коса. Смотрите, у нас с вами 7-й ряд, и здесь все очень просто вяжется. Вообще, здесь никаких перекрещиваний теперь не будет. Значит, в 7-м ряду в малой косе вяжем 12 лицевых, в большой косе вяжем 25 лицевых. Все. Давайте я вам показываю, да? То есть 12 лицевых вяжем. Пять изнаночных. И 25 лицевых. Кромочная, изнаночная. Все. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. И смотрите, далее у нас будет 9-й ряд. В маленькой косе раппорт узора будет повторяться с 1-го ряда. То есть в 9-м ряду мы начинаем делать перекрещивание. То есть 9-й равен 1, да? Вот. В большой косе мы продолжаем вязать лицевую гладь. Все 25 петель лицевой глади. 9-й ряд у нас с вами, как я говорила, это то же самое, что здесь раппорт у нас заново с 1-го ряда начинается в маленькой косе. И мы вяжем перекрещивание. Помните, я вам обещала сделать без дополнительной спицы, показать, как я делаю, да? И я вам сейчас покажу. 6 петель снимаем на правую спицу, девочки, на правую спицу. И перекрещиваем их налево. Первые 3 перед работой. Следующие 3 за работой. Аккуратно, ничто с ними не случится. Мы их с
помощью правой спицы возвращаем вот так на левую. Вот мы перекрестили 3 на 3. Видите? Легко, правда? И далее 6 петель вяжем лицевыми. И не нужна нам никакая дополнительная. А следующие 6 петель, также без дополнительной спицы показываю, будем перекрещивать направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Смотрите, первые 3 за работой. Высвобождаем вот эти 3, которые будут перед работой. И с помощью правой спицы возвращаем на левую. Все, поменяли местами. И все 6 вяжем лицевыми. Видите, как легко. И зачем нам нужна эта дополнительная спица, мучиться с ней. Хотя есть те, которые привыкли, и им комфортно с дополнительной спицей. Все, перекрестили. Видите, малую косу. Далее идут 5 изнаночных. И в нашей большой косе на 25 петлях мы вяжем просто 25 лицевых. Все. Самостоятельно давайте вяжем. Затем у нас будет с вами 10 ряд, как смотрят петли, да? И, в общем-то, встречаемся с вами в 11 ряду. Хотя давайте не будем встречаться, девочки. Вы самостоятельно вяжете 11, 13 и 15 ряды. Вот почему я так говорю уверенно. Потому что в маленькой косе у вас будет 11, 13, 15 ряды. Это 12 лицевых. Вот в большой косе эти ряды 25 лицевых. И у нас раппорт начинаться будет в большой косе с первого ряда. В 17 ряду это первый ряд вот этой косы снова. Будем делать, начинать перекрещивание в большой косе. А в маленькой косе у нас то же самое получается. В 17 ряду начинается первый ряд. То есть цикл нашего вот этого узора малой косы составляет 8 рядов. Понятно, да? Очень легко здесь все, в принципе, запомнить. А цикл большой косы составляет 16 рядов. У нас тут, видите, как все легко согласуется, да? Не запутаешься. Вот этот узор, как бы он маленький, маленькой косы вписался по габаритам, я бы так сказала, в большую косу. И получается, что в раппорте большой косы умещается 2 раппорта малой косы. Очень удобно вязать, правда? Так, ну, как я и сказала, самостоятельно вяжем. Так, и делаем влажную тепловую обработку, девочки, нашего образца горячим паром. Обдаем наш образец и вытягиваем во влажном состоянии. Тянем его вправо, влево. Ни в коем случае косы не отутюживаем. Именно влажным паром, девочки. Именно влажным паром, не докасываясь. Все, распрямили нашу красоту. Оставляем сохнуть. В косе всегда очень важна плотность, потому что она сильно отличается от обычной лицевой или изнаночной глади. Измеряем наш образец с помощью линеечки. Прикладываем. У меня 17,5 сантиметров. Так, девочки, значит так, у меня 44 петли используется. Разделить на 17,5 сантиметров. Плотность по горизонтали в кос это 2,5. Я подчеркиваю, это плотность кос. У лицевой глади будет другая плотность. Значит, я пишу, что в одном сантиметре 2,5 петли. У нас это коса. Вот. Для лицевой глади характерно, что в одном сантиметре лицевая гладь, в одном сантиметре 2 петли. И мы сейчас сделаем с вами среднюю арифметическую плотность. Нам так будет проще считать. Итак, мы с вами берем 2,5 плюс 2.
4,5 делим на 2. И вот такая плотность у нас с вами средняя получается вместе с лицевой гладью. То есть 2, можно сказать, 25 сотых. Так и запишем. Будем считать, что средняя плотность у нас будет 2,25 сотых по горизонтали. Для вертикальной плотности берем линеечку и измеряем высоту образца. 15,5 сантиметров. Теперь считаем, сколько рядов связано. Итак, девочки, 37 рядов у меня связано. Я посчитала разделить на 15,5 сантиметров. Плотность у нас получается 4 десятых. Округляем в большую сторону. Я пишу, что в одном сантиметре 2,4 ряда. Вот такая плотность по вертикали. А сейчас с этими циферками будем делать расчет. Итак, вот по такой выкройке мы будем сегодня с вами делать расчеты. И давайте сразу определяться с размерами. У нас 42-44 размер российский, 46-48, 50-52. И вот здесь я уже написала ширину. Ширина спинки и переда по размерам. Первый размер 50 сантиметров. В петельном эквиваленте это 113 петель. Откуда я взяла? Помните, мы с вами определили среднюю плотность в одном сантиметре по горизонтали. У нас 2,25 петель. Помните, да? И по вертикали в одном сантиметре это 2,4 ряда. Эти цифры сейчас будут очень важны нам в наших расчетах. Итак, 50 сантиметров умножаем на плотность по горизонтали, средняя плотность 2,25. Смотрите, 50 на 2,25 получается 113 петель. Второй размер, также я считала, ширина спинки 55 сантиметров, в петельном эквиваленте это 123 петли. Третий размер 59 сантиметров, 133 петли. Петельки, значит, для того, чтобы связать планку резиночкой 1 на 1, нижнюю планку. Смотрите, детали все, вы понимаете, вяжутся снизу вверх, да? И, в общем-то, будем набирать, можно даже спицы меньшего размера взять. Мы будем набирать с вами на спицы на 10 петель меньше. И будем вязать эту резинку на высоту 4 сантиметра. В последнем изнаночном ряду мы будем равномерно прибавлять 10 петель и переходим к узорам. Первый размер. По центру у нас идет с вами коса на 25 петлях. С двух сторон она окружена изнаночной, по 5 изнаночных. Затем идет малая коса на 12 петлях и также с двух сторон по 5 изнаночных. Вот этот узор, этот мотив в целом занимает 69 петель. Нам надо, чтобы было 113 петель. И мы с вами берем и симметрично располагаем, значит, 21 лицевая справа, 21 лицевая слева, ну, соответственно, кромочные. И это дает в сумме 113 петель. Понятно. Второй размер. Надо распределить 123 петли. Значит, расположение мотивов кос такое же, по центру коса на 25 петлях, но между нашими косами я беру не 5 изнаночных, а 6, по 6 изнаночных. И с двух сторон у меня остается 24 лицевые справа, 24 лицевые слева, ну и кромочные, соответственно. Вот получается 123 петли. Третий размер, девочки, у меня следующим образом. Распределяются узоры также. Между косами я делаю по 7 изнаночных. И остается справа и слева 27 лицевых справа, 27 лицевых слева и плюс 2 кромочные. В сумме 133 петли. Вот таким образом я
все как бы распределила. Вы, конечно, можете по-своему все как бы изменить. Это просто носит рекомендательный характер, как бы сделала это я. Так, теперь далее смотрим. Значит, по выкройке. Высоту изделия я беру для первого размера 57 сантиметров. Средний рост у нас у модели на второй размер 58, на третий 59 сантиметров. Конечно же, мерки вы можете под себя, под свой рост, под свое желание изменить. Просто в своем описании я буду использовать именно эти показатели длины изделия. Смотрите, девочки, пройма у меня, высота проймы, первый размер 19 сантиметров, второй 20, третий 21 сантиметр. И все, что остается от планки до проймы, это 34 сантиметра на все размеры. Сразу же говорю о том, что ко всем вертикальным размерам у меня стоит знак равенства в рядах. То есть 34 сантиметра равно. Надо 34 умножить на плотность по вертикали. 2,4 мы с вами посчитали. Получается 82 ряда. Округляется всегда в сторону четного числа. Вот. Связали от планки 82 ряда узором. Как мы сейчас с вами порешали, спинка и перед вяжутся одинаково. Я буду писать одинаковое распределение узоров, поскольку спинки я не вижу на оригинале, поэтому здесь я как бы считаю, что хорошо будет смотреться узор и по спинке, и по переду. Если вы хотите сделать спинку чисто лицевой гладью связать, у вас будет другая плотность и другое количество петель. Будьте, пожалуйста, внимательны. Здесь надо будет пересчет сделать по спинке. Вот. Ну а поскольку у нас с вами в моем описании спинка и перед вяжутся одинаково узорами, поэтому различие у них будет только в вырезе горловины. У переда, конечно же, она более глубокая. Вырез горловины по спинке составляет 2 см в глубину, по переду 8 см в глубину. И в петельном эквиваленте ширина у нас первый размер 20 сантиметров, второй там получается на 2 петли больше я беру. То есть в петельном эквиваленте 20 умножить на 2,25 плотность по горизонтали, я получаю петли выреза горловины 45. Второй размер 47 петель, третий 49 петель. Вот. Глубина проймы у меня стоит на первый размер 5,5 сантиметров, и я беру в петельном эквиваленте, также умножаю на горизонтальную площадь, плотность 5,5 сантиметров. Давайте покажу. 5,5 на плотность по горизонтали умножить 2, 25, получается 12 петель. Понятно, да? То есть с двух сторон надо будет закрыть для проймы по 12 петель. Как это сделать красиво и закруглить, я рассказываю в описании под видео. В виде текста у нас там идет последовательность действий. Здесь я говорю общие вопросы, решаю, объясняю, откуда берутся вообще эти цифры. Если я вам буду все рассказывать досконально, то это очень много времени займет. Девочки, почитайте текст под видео самостоятельно. Вот, так же, как и закругление, я не рассказываю, как по спинке, по переду я закругляю, тоже все есть в тексте, в нашей инструкции под видео. Так, и все, что остается, это петли плеч. В моих размерах это получается первый размер 22, 22 петли, второй 25, третий 28 петель. Все. А все размеры обязательно, когда будете вязать, все вяжите, руководствуясь рядами, да, то есть не надо ничего сантиметрами мерить. Переводите любой вертикальный показатель по выкройке в ряды и вяжите по рядном. Далее, на рукав переходим. У нас с вами классический вариант с окатом, да,
И, в общем-то, здесь у нас также будет, как и по спинке переду, снизу вверх рукавчик начинается с планки резиночкой 1 на 1 на высоту 4 сантиметра. Вяжем. Это 10 рядов. Так, и далее распределяем, значит, петельки здесь будет меньше набираться на резинку. Вот, и затем для всех размеров доводим до 59 петель. И узор будет вот таким образом выглядеть. По центру 25 петель, да, и из 50, давайте посчитаем, 59 отнять 25 по центру, это узор наш, и получается 34 минус 2 кромочные, делим на 2, получаем 16 изнаночных справа, 16 изнаночных слева. Соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Вот таким образом у нас распределяются узоры с вами по рукаву, после планки. Все на фоне изнаночной глади рукав вяжется. Коса вяжется на фоне изнаночной глади. Понятно, да? И сразу же, девочки, когда перешли на узор, сразу же начинаете делать прибавку по скосу. Как раз самый сложный в рукаве, это, конечно, окат и второй по сложности элемент вывязывания скоса. Почему по сложности? Потому что надо все эти прибавки по скосу сделать равномерно. Ну, там, в принципе, арифметические действия для начального класса, да. Смотрите, опять-таки, вертикальная плотность у нас с вами от планки нижней до оката. У меня стоит мерочка 37,5 сантиметров. У вас, возможно, здесь будет другая мерка. У меня общая длина рукава вместе с планкой 56,5 сантиметров. Это средний рост. Вот. И 37,5 сантиметров я также умножаю на плотность по вертикали 2,4, получаю 90 рядов. И смотрите далее. В самой широкой части рукавчика у меня идет первый размер 79 петель, второй 83 петли, третий 87 петель. Как считала, вот у меня стоят мерки в сантиметрах по рукаву и по размерам, да, 36, 38, 40 сантиметров. Вот здесь будет самая широкая часть рукавчика. Умножаем на плотность 2,25. Но, смотрите, у нас здесь только одна коса. Вот другой вот этой малой косы здесь нет. Плотность будет немножко другая. Поэтому я здесь сделала не четко по плотности, а чуть меньше петель, чтобы нам с вами попасть все как должно быть, понимаете, в сантиметры. Поэтому получается 79, 83 и 87. Чуть меньше, чем должно было быть. Так, потому что плотность поменялась, объясняю. Малая коса ушла и много изнаночной глади получилось на рукавчике. Поэтому из большего числа отнимаем 59 петель по низу, получаем, считаем устно, да, 79 минус 59, 20, да, у нас 2 скоса, на каждый скос по 10 петель приходится первый размер. Также я считала, для второго размера 12 петель у меня получилось, для третьего 14 петель. И вот эти вот наши 90 рядов, которые я насчитала, высота скоса, мы будем делить на 10. Сколько петель надо нам с вами прибавить по скосу. 90 делим на 10 устно, получается прибавка в каждом девятом ряду. Второй размер, 12 петель. Чередуем. Первую прибавку делаем в седьмом ряду, вторую в восьмом. В седьмом, восьмом и так 12 раз. И третий, 14 петель в каждом шестом ряду у меня получается для третьего размера. Окат рукава. Никогда не считаю вам. Здесь два пути, я, на мой взгляд. Первый путь. Вы делаете выкройку в натуральную величину, если у вас совсем мало опыта. Вяжете, прикладывая свое вязаное полотно каждый раз к выкройке. Вам будет понятно, девочки, сколько вам в следующем ряду сделать убавок. Либо одну, либо две. И вот здесь в самом крутом части рукавчика, в самой пологой части рукавчика у нас будет по 3 петли уже закрываться. Да? Поэтому имейте в виду, здесь всегда идет по одной петле, потом по 2, а потом по 3 петли идет закрытие. Вам будет понятно для начинающих, сколько петель вам
в очередном лицевом ряду надо убавить. Обычно убавки идут в каждом втором ряду. Ну, лично я так училась, делала в каждом втором ряду, это очень удобно. В каждом лицевом ряду, да. Так, будет у меня статья по расчету под видео, ссылочка, пожалуйста, если кому интересно, как сделать расчет оката, теоретически, пожалуйста. А практически опытные вязальщицы и так смогут связать. Я ничего ему рассказывать не буду. А неопытные, малоопытные, я уже сказала, выкройку в натуральную величину спасет ситуацию. Ну, в принципе, вот все, мои хорошие, я что могла вам рассказала. Все это в виде текста, в виде инструкции составлено и выложено под видео. Читайте, смотрите. Там вся последовательность действий по вязанию нашего джемпера вся есть. Все, мои хорошие, до новых встреч. Желаю вам удачи.